Всем привет! И хочу показать, как копировать свойства объекта, когда вы что-то рисуете. У вас есть уже какая-то там сложно подобранная заливка. Я покажу на простых формах, но это работает на любых, да? И после этого вы рисуете какой-то объект, и он у вас, ну, другой. Вот он есть. Вы выбираете инструмент пипетка, наводите на то место, с которого вы хотите собрать свойства, и он у вас их копирует. Как бы очень удобно. При этом, если вы будете копировать цвет, например, с растрового изображения, у вас тогда уходит цвет фона, потому что его нет. Видите, я могу даже скопировать цвет листа, могу здесь какие-то цвета повыбирать. Вот пипетка, она собирает цвет откуда нужно, но убирает цвет контура, потому что у фона нет цвета контура. А здесь есть. Все это делается при помощи инструмента пипетка. Очень быстро, просто и удобно.